Я выхожу. Опасное решение. Да вы же зомби, блин, пожалуйста. Зомби так делают? Просто у вас там отверстие. Твою. Технически вы просто медицинское чудо. Жестко у вас жена, конечно. Не женись. Можете меня защитить? Мне понятно, что поддерживает вас жизнь. Я каждому отверстие во лбу сделаю для профилактики. Чего ты улыбишься? Рад, что вы признали, наконец, что вы труп. Ой, да завали. Я его убила? Нет, все в порядке, не волнуйтесь. Это его естественное состояние, ему так даже лучше. Возьми людей, из-под земли достань. Да, жесть там. Все офигели вообще, боятся в труповозку даже смотреть. Леша, мне страшно. Я трижды воскресал из мертвых. Я убью их всех нахрен. Меня стреляли, резали ножом. У меня сердце вообще не бьется. Я сделать могу все, что угодно. А Борис вообще опасен? Он умеет с оружием обращаться. Возможно, вы вампир, или оборотень, или птица Феникс. Тёма, беги от нее. Я тебе серьезно, ты мне потом спасибо скажешь. Это опасный сигнал. В словах Кристины есть логика. Она считает, что я птица Феникс. Да это просто гипотеза, блин. Вы, может, чаю хотите? Вы что тут делаете, а? Чем меньше она знает, тем лучше, понятно? А что, если это в последний раз? Если не сработает? Да не ссы, я вернусь. Но я остаюсь. А там не хочется. И пусть я немного боюсь. Но я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить. Я остаюсь.